готов перенести элевацию. По высоте хорошо. Подание. Цель. По звуковому сигналу поразить цель. Максимальное количество выстрелов. Ветер справа подтягивает. Орсис 300 Винмаг, 220-я пуля, Сьерра. Отлично летит. Прям я очень рад. Долго я к этой пуле шел, начинал там с 208. Отличная погода, все видно. 1080 метров. Первый раз перешел на другую позицию. И второе попадание тоже поразил. Вправо 0,5. Ветер такой немножко сложноватый. А так прям классно вообще. Хочется побахать и закончить, и взять медали, и кофе попить. Ближе к правому. Исключительно интересный матч. В связи с тем, что ветер менялся буквально там каждые 10-15 секунд и менял направление слева направо. Стрельба с корректировщиком и командная работа – это всегда гораздо интереснее. Корректировщик – это первый номер, от него все зависит. То есть, по сути своей, если пара слаженная, да, стрелок, который стреляет, его задача – качественно обработать выстрел и нажать на спуск. Все остальные расчеты осуществляются корректировщиком. Цель, пораженная вне алгоритма, не засчитывается. Наверное, интересно контролировать себя, то есть внутренние ощущения, от них зависит очень много. То есть можно что-то забыть, там можно чувствовать волнение внутри, как с этим бороться. А волнение мешает думать, и нужно учитывать там какие-то вещи, нужно знать матчасть, что-то ломается, что-то не так, там вот нужно учиться, это нужно делать спокойно. Вот этот контроль внутренний, он привлекается.